Более трети всех видов североамериканских птиц находятся под угрозой исчезновения. Эксперты говорят, что необходимы немедленные действия, чтобы изменить ситуацию. Такой вывод американские, канадские и мексиканские ученые сделали по результатам совместного исследования. Отчет они представили на прошлой неделе, отметив, что в защите нуждается 37% всех североамериканских видов пернатых, а их 1154. По словам ученых, в наибольшей опасности находятся океанические и тропические птицы, поскольку сокращается и их численность, и среда обитания. Основные причины – глобальное потепление и загрязнение окружающей среды. Многие океанические птицы, такие как альбатросы, перестают приводить потомство, перестают нести яйца, не кормят своих птенцов из-за теплой воды в океане. Изменения в поведении птиц влияют на всю экосистему, что уже отразилось на сфере добычи морепродуктов. Мы видели, что в прошлом году в Тихом океане был ужасный сезон для рыбаков, которые ловят омаров, морские ушки и других моллюсков, и которые зависят от непрерывной торговли. Так что затронуты были все – и морские птицы, и люди. По словам ученых, действовать нужно немедленно. Во-первых, устранить угрозу со стороны природных хищников. Во-вторых, увеличить зоны морских заповедников. Также необходимо очищать океан от пластика, поскольку такой мусор нередко приводит к гибели птиц. Они принимают его за что-то съедобное. Эксперты говорят, что есть и непрямые способы оказания помощи. Например, можно покупать мясо и рыбу, произведенные экологичными методами. Поддерживая такие сферы, люди смогут сделать вклад в улучшение экологической ситуации определенного региона.